Доброе утро, друзья! Приветствую вас на своем канале «Цветоводы всех стран». Объединяйтесь! Забавно, но в этом году у меня очень много, я обнаруживаю, сеянцев хвойных растений. Вот и сейчас посмотрела в горшочек, который висел у меня рядом с пихтой корейской, и обнаружила там вот такое маленькое чудо. Не знаю, может, я, конечно, ошибаюсь, может, я желаемое выдаю за действительное, но вот такое чудо я обнаружила, и мне кажется, очень похоже на маленький хвойничек. Может, конечно, это не пихточка, ну а вдруг? Вот она, моя красавица! Как же она мне нравится, друзья! Поближе вам покажу, какая она красавица. Посмотрите. Какие у нее лапочки, просто невероятные. Так и хочется подержаться. И вот рядом с этой пихтой у меня висят горшки на бывших качелях. И горшочек, который я вам показывала, зимовал именно здесь, вот так же в подвешенном состоянии, рядом с этой пихтой. И вот сейчас я решила поменять, поставить новые горшочки. Вытащила и увидела вот эту кроху. Очень надеюсь, что это пихточка. Я буду просто счастлива. Она дает довольно много шишечек. И вот, надеюсь, одно семечко проросло в моем горшке. Как вы думаете, похоже это на пихту или это что-то другое? И хочу вам показать, как выглядит сеянец, который я обнаружила под голубой елкой. Там их было несколько, но вот один самый большой я выкопала и посадила в горшочек. И он довольно быстро пошел в рост. Но, похоже, это все-таки не голубая елочка, потому что, честно говоря, я даже не помню, давала она шишки или нет. А вот из леса шишки я разбрасывала для декора под елочкой. Скорее всего, это вот что-то такое лесное у меня проросло. Но все равно, пускай растет. Мне нравится за ней наблюдать. Посмотрите, какая она смешная. Малышка. Но уже так хорошо вытянулась. В общем, этот год у меня урожайный на хвойные растения. Под голубой елкой еще много вот таких сеянцев. Очень интересно за всем этим делом наблюдать. А вот так выглядят черенки, которые мы вместе с вами пересадили из череночника в горшочки. Не могу сказать, что они очень быстро тронулись в рост. Я даже не пойму, есть какое-то движение или нет. Но пока наблюдаю. Мне кажется, те черенки, которые остались в череночнике, и я их не пересадила, выглядят лучше. Может быть, я рано их дернула, потому что вот эти выглядят гораздо веселее, чем те, которые я пересадила в горшки. В любом случае, я думаю, друзья, стоит экспериментировать, пробовать, черенковать. Это невероятно интересно, да и хвойных растений много не бывает. Поэтому хороших нам экспериментов, удачных экспериментов и, конечно, мир в наши дома. Пока-пока!